Так, продолжаем. Да нахуй, ебаная. Орки сифилисные, блядь. Калаша надо брать. Хоть бы аптечку какую-то подкинули, реально. Тут нихуя нет, бля, Павел. Одна единица, ебаная жизнь, бля. Сдается, мне придется помирать скоро. Как вы считаете, ебать? Аптечку игра не дает. Забил, сука. Ну я так и думал, блядь. Так, вроде угроза миновала. Где ты, сука, блядь? Над головой где-то звезда. Ну, чувак, ну нахуя вот ты по мне попал, а, сука, ракуля ебаная, блядь. У меня и так здоровья мало, а ты еще меньше делаешь. Во. Так, по-моему, с того бронь выпала, надо поднять, сейчас бегает. Да-да-да-да-да. Этого нихуя? Нет. Халаш что?
Оба понарезались, суки ебаные. Ладно, и на моем дворе будет праздник собаки. Ты что здесь делаешь? Минус два, нахуй. Не-не, бля. Свободных отсеков хуй точно создавал, бля. Походу вертолет это будет босс. Почему-то я чую. Бля, ну тут хотя бы аптечку бы кинули, хотя бы маленькую, бы. Что он сделал-то? Опа! Весь. Честь. Нет, тревога не надо, но на. Тревогу включать такой себе. Бля, ну как так, а? Аптечки нету. Игра беспощадна ко мне. Да, вот я тут был. Тут был я, значит, тут троих я забрал. Так, я открыл какие-то ворота, но туда пока не пойду. О, медсестра. Минус два. А, бля, там аптека, надо забрать. Закрыто. Так, отсюда я вышел, и откуда я вышел, забыл. Да, отсюда. Да, диспетчерскую вышку глянем. Что там есть? Так, тут я пытался зайти, не? Да, закрыто. Ага, попался! Че, блядь, повезло, что не попал по мне, блядь. Я бы сильно расстроен был, если ты бы смог. Нихуя нету вышки в этой. Че, можно сюда сходить, блядь? А, не, нельзя. Закрыто, ну понятно. Значит, я ворота. Бля, какая охуительная пурга, сука. Ааа!
закрыто. Ну и что дальше? Как бы закрыто. Бля, подземелье остается только. Но оно, по-моему, тоже закрыто. Причем наглухо. Ясно, бля. Ух, блядь, что ж делать-то? Говно, а. Подбился таки, сука. Ну хуй с ним, ладно. Чувак, через машину, блядь, костнул, ты в курсе, на? То, что не хватало мне. Стойте, блять, вот сука, а. Где? Всех порешаю, один останусь, блядь. Молоток. Бля, жесткие парики, ебать. Хуярили души, она мне сняли, блядь. Закрыто. Хуй, я себе там... Схрон, блядь. Туда надо загаситься сейчас, блядь. А третий этаж что дает, я гляну. Где он был? Где-то видел, он тут, по-моему. Бля, не тот. Вот он. Ёбаное это чмо, блять, а. Что здесь?
Ёпта, что это такое? Ты видал, бля? Ебать, что это? Ебать, бля. Ёбаный рот. Ёпта. Галюн словил. Бля, сейчас сочится не легче реально, ебать. Так, ну это просто барак. Сейчас галюна нету, нормально. Тихо, блядь. Блядь, сука. Не годится. Бля, тут один оставался. Угу. И я не удивлен. Ладно, похуй. Пойдем сюда. Так, я бы спиздил бы вот это вот лутец, который тут есть. Не отдавать же, блядь. Да ты чё, сука, дурачу? Блядь, что ли, ты чё? Нихуя, видишь, он не перепрыгивает, ебаная падла. Пиздец, нахуя эти двери вообще нарисовались? Большинство не входных, блядь, просто-напросто. Да все были? Вот гадость ёбаная, блядь. Сука, падла, нехороший человек. Ой. Вы открыли замок на главных воротах. И что? Так это что, не все? Центр управления какой-то надо найти, блядь. Чувак, блядь. Блядь, почему ты, сука, не можешь эту хуйню перепрыгнуть, блядь? О. Пиздец, вы гоните, нахуй надо, блядь. Здоровье, чтобы хорошее оставалось, полтинник. Блядь, возобновлю, сука. Да, продолжаем. А, вон он. А как до схрона добраться? Я понял. Я хочу схрон забрать, алло, блядь. Я не уйду без схрона отсюда. Мне броник полный нужен и здоровье. Вы чё, блядь?
закрыто. А тут что? Ладно, хуй с ней. Так и быть, уйду. Чего, блядь? Да ну нахуй, блядь. Тварь ебаная, блядь, патроны кончились, на. Когда я на Марс хоть попаду? Когда это будет, блядь? Наверное, в следующей жизни. Смотри, я так бы... А, вот лестница какая-то. Какая это ёбаная улица, нахуй. Блять, знать бы еще какую сторону ебени. Вот тупик. А, он сюда получается. Тут людей не видать нигде. Странно. Обычно, блядь. Были. Так, ворот какие-то открылись. А, вот эти, да, то есть мне туда прыгать, точно? Подожди, так я был тут. Да, я тут был. Ну ёбаный в рот, блядь. Ой, блядь. Сука, а? Может сюда куда-то, хуй знает. Ворот каких? Где они, ебать? Ладно, давай сохранить, спрыгнем, рискнем. Блять, тут лестница была, ебаная. Ладно, нормально. Не, я был здесь. Ну вот ворота открылись. Так они, по-моему, и были открытые, блять. Ну да. Пока не ясно, куда идти. Очень-очень все, блядь, непонятно. Открыл какие-то ворота. Где они? Вот эти, может? Так они закрыты, блядь. Ладно, чтобы не тупить, возобновлю туда и найду. Так, ну, не стало, короче, ничего искать, просто сходил, похавал, блядь, вернулся. Будем искать вместе, короче, я не знаю, куда идти, будем, блядь, я хуй знает. Будем искать. Больше тихой не остается. Меня, честно, уже заебали эти миссии, где надо что-то искать постоянно, блядь. Я вот не люблю вот эту хуйню, когда надо шукать что-то по полчаса, блядь, по часу. Значит, ворота управления надо найти.
Наверное, я в душе не ебу. Ой, блядь. Что ж так тяжело-то, сука, а? Так, вот эти... А, вот. Нет, не то. Блин, у тебя ворота не открываются. И это тоже. И что делать тогда? Куда тогда идти, ебать? Да, хорошо. Неплохо, неплохо. Иди сюда, блядь. Да, блядь. Пална. Где этот Кабир? Опасный. Ай, блядь. Больно же, сука. Тихо! Куда? Вижу. Чё, какие? Вот эти ворота надо открыть, какие? Блять, кто стреляет? Откуда? Да ты иди-то нахуй, ебать. А, вон, вижу, вижу. Вот эти ворота, блядь. Стой, тут никого нету. Во, все. Неплохо, блядь. Падла ебучая, сука. Чутка ебаная, блядь.
Я рад, что вы очнулись. Что произошло? Последнее, что я помню, как этот гад стрелял в меня. Кто вы? Евгений Федорович Соколов, полковник в отставке, к вашим услугам. Как я сюда попал? Я не знаю, кто в вас стрелял, но когда они уже собирались вас прикончить, из ниоткуда появился человек в черном и несколькими меткими выстрелами заставил их отступить. Потом он склонился над вами и ввел вам какой-то препарат. Когда он ушел, я положил вас в свой газик и привез в свое скромное жилище. Мне пришлось копаться в вас 4 часа, чтобы вынуть все пули. И вот когда 5 лет назад они закрыли космодром, мой сын остался без работы, а я начал пить. Любой бы запил на моем месте, понимаете? А когда космодром купил этот дагестанец, как же его звали? Абдул. Абдул Хамид. Но люди его зовут Кариба. Кабир? У меня есть к нему дело. Где я могу его найти? На космодроме. Это меньше 20 миль отсюда. Погодите. Космодром находится здесь. Теперь это настоящая крепость. Без помощи изнутри вам никогда туда не попасть. А ваш сын? Он может туда пройти? Не знаю. Может быть да, может быть нет. В любом случае, сначала ему нужно будет как-то выбраться из трудового лагеря. Это не проблема. Если вы вызволите его оттуда, он точно захочет вам помочь. Но подождите до утра. Ночью в тайге очень опасно. Возьмите мой снегоход. Он далеко не новенький, но очень крепкий. Перенесет что угодно. Езжайте вдоль железной дороги и попадете прямо к лагерю. Благослови вас Господь. Спасибо, Евгений. Блять, я столько этого Кабира ебаного спасал, а он, падла, меня, сука, завалить хотел, блять. Вообще, блять, меня вот нахуй пизда ему, короче, блять. Бля, даже покататься не дали, ёбаный, он царик оценный, блядь. Ну ладно. Засов, дед, засов закрой. Вы что-то забыли? Где трип, нахуй? Больно. Блять, прицельчик какой. Фадж. Фадж называется снегоход. Так, надо сохраниться. Бля, старика, конечно, жалко, сука, ну, блядь. Что поделать? Так, берем калашик, нахуй. Начинаем атаку на бараке, блядь. Закрыто.
Вижу еще одну вышку. Блин. Прикольно. Стоп. Не надо, не надо. Бля, сука, увидел, падла. Я ж тебя все равно срисую, падла ты ебучая. По-моему, разок попал. Давай. Все, готов. Вышка зачищена. Закрыто. Гулах, Петр. Угу. Так, как сюда попасть здесь? Вижу. Тихо. Тише. Неплохо. Сегодня точно мой день. Так, аптечка у нас маленькая, но все равно приятно. Так, армор пока не буду брать. Сейчас я помогу. Кочегар, это, блин. Ткани не открываются. Откройте двери. Ни одна дверь не открывается.
Открывайте, открывайте, мужики, мы здесь. На волю нас пустите, свободы нам дайте. Да я б с радостью, только нихуя не открывается. Нихуёво, блядь. Ух ты, ебать, сколько у вас тут. Ребзики. Пацаны, не на того нарвались, ебать, понимаете? Ну что, можно эти камеры прошуршать по-быстрому? Блядь, еще нижняя. Какой он хуй его знает? Они тут... А-22, да? А не А-24. Все. Вы не Петр Соколов. Его законопатили в яму на 2 недели. В яму? В яму. Ну знаешь, яма, наполненная водой, а сверху решетка. Там даже стоять нельзя, только сидеть. Долго этого никто не выдерживает. Они бросили его туда позавчера. Значит, 1, 2... Максимум через 3 дня его вынесут оттуда вперед ногами. Где эта яма? Будь я на твоем месте, поискал бы в зоне 12. Спасибо. Кстати, путь наружу свободен. Можете считать это досрочным освобождением за хорошее поведение. Я его вижу! Ура! Хорошо. Да откройте, откройте, мы здесь, откройте нам. Найдите карцер, здесь сидит Петр, XB2. Так, ну давай шуканем, я хуйня ебать. Хуя ты крутой перец, ебать. Так, аптека мне не надо. Бля, чувак, ну ты опасен в натуре, блядь. Куда собрался я, блядь? Падла ты ебаная, нахуй. Так, XB2. А, нет, XB2, блядь. А это XA. А вот XB2. Дюжа жесток, как мне кажется, содержать, блядь, заключенного. Надеюсь, вы Петр Соколов, сын Евгения?
Да, да, это я. Спасибо, вы спасли меня. Еще немного, и я бы умер. Но что вам от меня нужно? Абдул-Хамид или Кабир, называй его как хочешь. Он, должно быть, сильно вам насолил, раз вы из-за него сюда залезли. Он пытался меня убить. Твой отец спас меня, и от него я узнал, что тебе тоже нужно разъяснить с Кабиром пару вопросов. Это правда. Кабир будет на космодроме, а ты, надеюсь, сможешь провести меня внутрь. Да, работая там охранником, я нашел уязвимое место в обороне. Тогда я подумал, что сохраню в тайне этот маленький секрет. Просто, на всякий случай. Очень умно. Ты можешь идти? Нам пора двигаться. Я попробую. А хули он стал, ебай? А, вот все. Чувак, ты бы автомат какой взял, что ли, ебаный рот. Блять, сейчас. У чувачка от этого здоровья все такое себе, мало-мало у него его. Останови его! Так, ну пока неплохо, пока все путем. Да, блядь, гадость ёбаная. Так, ну-ка, браток, блядь. Так, эта хуйня не открывается. Этот идет за мной, пока все нормально. Ты, блядь! Дерьмо. Так, нам продолжим в следующей серии, это уже серия долго идет.